Деятельность управляющей компании НЖСК сегодня на заседании Совета директоров раскритиковал Андрей Касьяненко. Новости нашего города уже рассказывали, что с начала лета управдом пытается перевести подведомственные дома в новый вид управления. Людям предлагают заключить новые договоры уже с компанией НЖСК Плюс и при этом перейти на непосредственный способ управления. Первый замглавы администрации города отметил, что компания ведет эту работу некорректно и что в первую очередь надо провести общие собрания собственников, на которых, пообещал Касьяненко, будут присутствовать представители администрации города. Нельзя верить тому, что на словах говорится, нужно читать внимательно те бумаги, которые они подписывают. Внимательно смотреть договора, которые вы подготовили. Я вижу, там снова есть пробелы в части прозрачности вашей работы, обоснованности стоимости оказываемых вами услуг и так далее. То есть есть риск ухудшить положение собственников, и этого допустить нельзя. Сегодня никто не имеет права, ни одного жителя силовым порядком или обманом, значит, куда-либо затащить или что-либо им, значит, не то, что надо сказать. Жители должны внимательно все смотреть. Их до настоящего времени просто ознакомливали с тем способом управления, который мы им предлагали.